Рабочий день в торговой галерее на пересечении улиц Старозагора и проспекта Кирова начинается еще до того, как подъедут машины со свежими продуктами. Ответственные за порядок в начале рабочего дня наводят чистоту на территории рынка. А вечерами каждый продавец сдает свое место администрации, предварительно приведя его в порядок. Говорят, и самим в таких условиях работать сподручнее. Если будет чистота и порядок, красиво, люди будут тянуться, даже вот проходят, увидят сначала красоту, а потом уже смотрят продукцию, вот пробуют и возвращаются, покупают. То есть у нас постоянные покупатели уже есть. Мясо без чистоты – это как? Это прежде всего чистота, это санитарное состояние. Не будет санитарного состояния чистоты, естественно, к тебе не подойдет ни покупатель, ни любой другой человек. Если чисто и аккуратно, конечно, прежде всего люди идут на чистоту, на красоту, на порядок, на отличное санитарное состояние. На призыв выйти на субботники предприниматели откликнулись с энтузиазмом. Сотрудники торговой галереи и сами во время общегородской уборки свои силы утроили. Более 100 торговых мест под контролем чистоты круглогодично. Но весеннее наведение порядка охватывает и территории, прилегающие к объекту. Нужно отремонтировать ограждение и убрать прошлогоднюю листву. Работа у нас ежегодно такая проводится, после зимнего периода, наведение чистоты, порядка. Ну, каждая, наверное, организация за свою территорию, которой она отвечает, отвечает и за порядок на этой территории. Это не новая работа, она ежегодная. И каждый год, когда месячник по благоустройству проходит, мы с удовольствием принимаем в нем участие. Все неравнодушные жители Самары могут принять участие в общегородском субботнике, который состоится в эту субботу, 18 апреля. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.